Всем доброго дня. Сегодня заехал к ребятам на зимний монтаж. Обращаю внимание, в чем прелести зимнего монтажа. Первое, это, конечно, скидки. Причем очень глобальные. Но минус один. Мы можем устанавливать только на готовый бетонный ленточный фундамент. Или же из бруса, но подготовленный с осени. Чтобы земля не гуляла и потом конструкция никуда не делась. То есть на подготовленный с осени фундамент мы ставим зимой. Температура до минус 5 сегодня, плюс 1. Погода вообще шепчет, даже гололед. Сегодня мы устанавливаем теплицу «Уральская VIP». Как мы видим, это готическая форма. Цвет 7035, это теплица по акции. Коллекции прошлого сезона. С этого года они все у нас коричневые идут, 8017. В торцах двери распашные с форточками, как видим, уже нового типа двери. То есть форточка в двери. Идем дальше внутрь. Также все это цинковка. Как мы видим, покраска полимерно-порошковая. Заходим внутрь. Что мы видим? Значит, арки в виде ферм. О, тут у нас хозяин пришел. Шагом 1 метр. Состоящая из двух труб. 20 на 40 и 20 на 20. Сверху, значит, у нас в каждом... Теплица разделена на два отделения. 5 плюс 3 метра. В каждом отделении по форточному блоку. Форточный блок будет устанавливаться одна половина ручная, то есть открываться руками, вторая половина автоматом, то есть будет установлен термопривод. Перегородка глухая, с другой стороны тоже дверь с форточкой. То есть разделено для культур томатов и огурцов. Теплица капитальная, форма очень получилась. Мы ее производим уже такую теплицу около 5 лет. Форма прямая, и стена у ней до загиба 1,55 м, 1,60 м, и пошел загиб. И общая высота теплицы 2,60 м. Конек, как обычно, двойной на всех, на наших коньковых формах. То есть первый конек, он же как связь, потом ложится поликарбонат, и сверху второй конек двойной. То есть получается идеальная, без протечек, коньковый узел, так скажем. Крепление, значит, у нас идет поликарбоната. Это шайбы с саморезом, купом. В торцах здесь уплотнитель. В этой форме мы не можем поставить, как на легенде, угол, потому что здесь изгиб, как мы видим, да? И торец мы не можем закрыть уголком, поэтому здесь выступ на фронтоне. Видите, поликарбонат все равно играет. Это четверка. И вот такое крепление. Так как следующее идет, так как теплица установлена на бетонный фундамент, устанавливается отлив уголок для крепления поликарбоната, как мы видим, да? Вот это, видите, вот сразу же, это вот стружка, которая образуется при сверлении. Ее надо убирать. Также по периметру везде установлена защита сот поликарбоната, это перфолента и торцевой профиль, чтобы туда не грязь не попадал. Но у перфолента с профилем есть даже свой минус, потому что это пылесос грязи. Так как экология не очень, и вся вода, которая стекает, она оказывается вот здесь, в этом кармашке. Но в то же время она защищает от попадания пыльцы, грязи внутрь сот. Идем дальше. Что еще интересного в этой теплице? В том, что она... Вот, дверь, видите, какая с форточкой. То есть замок двойной. Можно зайти, как открыть снаружи, так и закрыть изнутри. Видите, замок такой. Здесь будет ручка даже. Петли ПН-ки большие, 60-ки. Они крепятся не на клопы, а на саморез 5,5 на 19. Кровля, так называемый, мощный саморез. Чтобы не оторвало, ничего не сделал. Также для того, чтобы фиксировать и двери, форточку, с той стороны прикручивается крючок. Леня, далеко? Вот такой мощный крючок. Вот он, видите? Многие там жалуются, что он длинный. Он не длинный, он аккуратный. Но так как вот здесь, смотрите, видите, получается, не получится. Дверь будет упираться в фундамент, минус опускание дверей, когда фундаменты готовы. И совет еще, никогда не делайте вперед фундамент, а всегда сначала заказывайте теплицу. Вам разрисуют фундамент, все размеры, и по ним вы разольете фундамент. Потому что, например, вот в этом случае
Фундамент делался без наших размеров. И теперь нам пришлось, дверь будет открываться всего лишь на 90 градусов. А можно было сделать вровень с фундаментом, и дверь бы открывалась полностью. И сейчас 90 градусов, получается, будет крючок где-то, Лень, где? Примерно. Вот. Крючок будет стандартно, то есть открываться полностью будет форточка. Да, форточка, да, будет фиксироваться вот так вот. А дверь, получается, уже след за ней не откроется. Тут даже, получается, не поставить дополнительный крючок, потому что здесь его некуда поставить в этом месте. Вот. И только будет фиксироваться в этом, при таком варианте, только форточка. Здесь, значит, в торцах, вот в этом месте крепится кровля с шайбой, потому что здесь большую такую шайбу не поставить. И понизу также, как мы видим, видите, идут. Все, вот, даже если вы заметите, отверстия для крепления на дверях, они просверлены заранее до покраски. Здесь по краешку крепится клапан обычным проходом, видите. Здесь везде большие шайбы. Поликарбонат готовят, потом его прикручивают, надевается, наклеивается перфолента и торцевой профиль одевается. То есть вот такая теплица. Сейчас зимой, так как световой день короткий, такой монтаж длится 2 дня. Вот летом в среднем это день, потому что световой день намного дольше. Вот такая аккуратная, красивая теплица на таком прекрасном участке. И вид соответствующий. Теплица получается очень шикарно. Так что заказывайте. Всегда сделаем, поможем. Рассчитать вариантов огромное количество. Есть всякие варианты, скидки, акции. Ну да, да. Все правильно. О, даже собака радостная. Говорит, правильно. Хорошая теплица, да? Да? Вот. Говорит, хорошая теплица. Молодец. Ну все, всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нравится вам теплица такая или нет? Может быть, что-то нам расскажете новое. Всем пока.